сейчас мы разбираемся и едем куда? Вот мы и на месте, ребята. Мы приехали. Сколько стоит купчик такой? Десяточку. Слегка размялись вот на этом споте. Едем дальше. Бля, дождь, значит. Ну, я позволяю себе воду пить и рассказываю. Выбираю шофер. Это новый магазин Vans в Израиле. Огроменный бургер. Тревит ливень, просто льет. Любишь сладкий халатик? Проект Доса. Приехали на спот, увидели Нарика и едем дальше. Чё, куда едем? А? Снимаю. Это для личного архива, не переживай. Мы туристы. Ты колешь край. Тебя загребут. Чуваки, все помнят этот спот с видоса Сплита Кеннеди с Симоном. Я не знаю, в какое время здесь вообще возможно кататься. Нормально, не спите где-то. Я говорю паркинг, но это такой никто не уходит, и впадлу будет просто доставать его. Офигенно. Что, надеюсь, здесь наркоманов нет никаких, кроме нас. Лучший спот Израиля. Что это за скейт-парк? Лучший спот Израиля. Да, мы тоже бутылки сдавать. Ты тоже? Ну, в АМПМ. Можно с вами? Ну, пойдем. Тебя как зовут? Я Макс. Приятно, я Игорь. Поехали с нами. Сегодня отдыхаем. Так, ну вот, это наша точка. Пиздец, посадят. Раздавание бутылок. Короче, сдали мы в бутылки. И так мы заработали. Ну, 460 рублей. 20 шакалов подняли. Нормально. Общак. Вот так это работает. Но если учитывать то, что здесь пиво пипец как дорого стоит, то 20 рублей это... Так как погода полная, говно. Мы решили прогуляться пешком. Ой, Коша! Вот у вас еще упало, дай подам. Ну, блин, штуку баксов стоит не меньше. Actually, for you, for you. No. Sexy, motherfucker. Я тоже не пойму, в чем смысл. Короче, через полтора часа начинается шаббат, все магазы, все кафешки закрываются. У нас возле дома есть кофекс наш. Да, да, фри. Нас, короче, пригласили в 2:30 забрать всю хапку, которую она нам даст. Которая осталась, которую мы продали за полдня. Короче, сейчас вот идем смотреть, что-то... Она мне подвигнула. Что, пацаны, мы выселяемся. Да раз. Ебать.
Когда он сказал вещи забрать? Через один час, чтобы отмерло. Телефон, хоть какая-то радость. Да, да, бесплатная еда. Бесплатная еда. Ну нормально. Тысяч на пять. Бесплатная травка, блядь. Тысяч на пять рублей поймели. Вот мы на улице. Ну что, будем жить на улице еще день и ночь, одна осталась. Мы сегодня поняли, что на бутылках можно поднять, бесплатный хавчик взять. Тут матрасы везде валяются, можно куда-то утащить. Хозяин хаты могила полна. Позже расскажу, что произошло. Надо. А тут нет, вкусняшка такая. Смотри. Подожди. Прощайся. Не бойся, вот, держи. Я рядом с тунцом больше. Да не тут и ешь, смотри. Вот это ешь. Здоровье. Хостел сняли? Все, хостел снят. Сейчас надо это все барахло перевезти туда. Так, мы еще нашли одного кота. А ты ешь такое? Оп. Всех накормил. Посмотрим, где мы будем еще. Все время идем кушать. Последний день в этой горе. В нашем хостеле даже есть бесплатный завтрак. Последний день в Израиле, мы едем кататься. Надеюсь, удастся что-то снять. А что это? Это пенсион. Он просто стоящий шлем так держит. Цензуру мы запикаем. Оазис, а не спот. При выселении у меня было куча вещей не высушено. Ну, парочку взял, буду здесь сушить. Вот такой спот. That's all I gotta say. Can't see little niggas. The money in the way, and I'm sitting high against the right blaze. And if you ain't gonna ride fly, then you might as well hate. Shit, I gotta eat, yeah. Even though I ain't know it ain't my birthday, but I got my name on that cake. Shit, believe that if the man's won't play, and I'ma fuck up my name. Понимаете? Я А, хорошо, без проблем. Так. Первый раз тут прошел, мне сейчас меня попросили, чтобы не делать. Ваши ребята, да? Угу. Всем спасибо. Угу. Всего доброго. А дерево? А дерево это весь спот, ребята. Подъехал сначала один охранник, попросил не кататься по дереву, что здесь деревянные грани. В итоге мы катаемся уже здесь почти 2 часа, и вдвоем они подходят и прогоняют нас. Но мы не успели доснять один трючок. Ну вот мы опять вернулись на спот. Последний спот в Израиле для нас, видимо, максимальный трюк. И едем домой. Ну что, наша поездочка подходит к концу. Едем обратно. Не дождусь, когда мы отдадим материал Ромке Шалимову. Он заебет его. Спать на
she found her a replacement. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. Вот все, мы телепортировались в Москву. Ждите видосик, следите за новостями. Надеюсь, влог это вам понравился. Снимали все, что могли. Всем привет, вы сейчас посмотрели влог Макса и Игоря из Израиля. А пока вы его смотрели, скорее всего, я сейчас лечу в самолете в Барселону. И я хочу вас спросить, хотели бы вы не только по вторникам видеть видео, а еще и немножко более упрощенные, но снятые чисто на GoPro, видео, допустим, каждый четверг. Как вам такое? Если вы это хотите видеть, то пишите внизу, и в Барселоне мы будем снимать еще больше влогов, все будет очень круто. Я хочу сделать один влог чисто на GoPro. Как вам такая идея? Я жду комментариев. И, ребят, не забываем подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ставить лайки, ставить звоночек. Всем пока!